Сегодня стали вядомыя финалисты конкурсу «Вправ майстерства» «Минский майстер 2015» у сферы гандлю. Урочистое узнагароджанне лепших продавцов, поваров, официантов и кондитеров проходило в одном из буйных универмагов столицы. У финал вышли 65 специалистов из 30 организаций, их и узнагородили гоноровыми грамотами. Конкурс несет очень большую смысловую нагрузку. Мы хотим отметить работника рабочей профессии, что эти профессии очень нужны, очень важны, и что они у нас, им отдается предпочтение. Вместе с тем, вот этот конкурс показывает то, что очень много молодежи принимают участие в конкурсе. Я выиграла в номинации «Лучший продавец года 2015-го» «Минский мастер». Мне сейчас очень приятно, я к этому долго шла, стремилась, делала все возможное. Мне старалась просто показать все те знания, которыми я владею, и свое мастерство, которому меня научили, когда я пришла сюда работать. Конкурс профессийного мастерства ладится в столице 12 раз.